set my sail. Fly the wind, it will take me back to my home, sweet home. Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Бастион. Напомню, в прошлой серии мы познакомились с королевой Анны, это подземный крокодил был, королева Анна, у которого мы украли яйцо. Почему-то крокодил не действует вообще, подойдите. Ага, теперь он за нами ходит? Прикольно, и он так всегда с нами будет ходить? Ладненько. Кажется, я это уже делал в прошлой серии. Да, я это делал в прошлой серии. Я не помню, что я именно активировал. Ну, что нам понадобится? Давайте активируем вот это. Почему бы и нет? Да, беру находок. Да, мы здесь можем купить все, что хотим. Все, чего, может, у нас не хватает, или наоборот, излишки. Что-то вонючее, что-то мерзкое, что-то тяжелое. Давайте что-то тяжелое купим. Вот. И теперь мы можем сделать себе апгрейд, по идее. Кузню, вот. Что-то тяжелое это сделает молот наш апгрейд, да, молота. Дамаг. Ну, а, дамаг у нас и так есть, да? Способность прицельный удар. Отталкивает врага. Ну ладно, мне какая разница. А это что мы можем сделать? Следопыта. Копье следопыта. То есть это... Ага. Это... И что на этом у нас тратится? Что-то... Что-то заостренное. Ясненько. Либо шанс критического удара, либо перезарядки. А, это кидание его. Нет, лучше шанс крит удара, да. А мы можем что-нибудь еще купить? Что-то острое, заостренное. Что-то заостренное есть? Вот, что-то заостренное есть. Давайте подтвердим, купим, улучшим копье. За нами это крокодил все еще бегает. Так, что-то заостренное еще критическому урону, да. Хорошо. Поменяем оружие, по всей видимости. Арбалет, а это что? А, это... Нет, давайте лучше, как всегда, брызги. Капельки. Да, и нам, соответственно, нужно дальше. Кстати, а здесь что у нас? А, у нас новое место появилось под еще один эликсир, да? Максимальное здоровье, шанс критического удара, если 33 хп, и скорость во время защиты. Давайте 10 хп, лишние, наверное, не будут. Или защиту. Ладно, защиту беру. Беру защиту. Я не знаю, ты с нами полетишь куда-то или как? Итак, нам, напомню, Зулф улетел из города, ушел из города, перед этим сломав все в округе. И нам все обратно надо чинить. И это плохо, это очень плохо. Вот, обнаружен осколок. Чинить надо будет осколками нам. Отправимся чинить, лететь. Интересно, а крокодил с нами пойдет? Потому что я как бы его позвал с собой, но не знаю. И что это у нас тут? Всего два слова. Каких? Аванпост Ламейн. Это, наверное, шахта какая-нибудь. Так. Так, до сих пор тут у нас эти... Летающие, да? Ты смотри. А если копьем? И копьем нифига. Ага. Что это за цветы такие? Ага, они ХП нам увеличивают. Хорошо. Костер. Надо быть... О, оружие. Армейский карабин. Интересно. Ни хрена себе. Наводка какая. Да. Так, наводочка, наводочка и... Бум.
первого раза. Только долгая наводка, но если я далеко... Это он в меня так целился, типа. И... бум. О, газы, газы, газы. Что это? Окей. Капель. Капель. Есть. Там еще один, да? Сори, отвлекли. Так, там где-то... А, это уже уничтожил, да, наш капель? Слушайте, капель, ты нечто. Ты просто нечто. Воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Бомбы, да, какие-то? Так. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Так, когда я на них смотрю, они не двигаются. Чуть было не упал. Попьем. Капец! Капец! Какой ужас. Со всех сторон. Все меня пытаются убить. What the fuck, ты что такое вообще? А, скинул меня. Свинья какая-то. Lunkheads ain't known for their grace. Так, я не знаю, правильно ли я иду. О, хпшечка. Так. Не знаю, бегим, бегим, убегаем. Так. И бум. Хорошо. Еще и 0 хп ему снесло за это. Так, давайте я, наверное, все-таки возьму вместо армейского карабина. Он мощный, но он медленный, ужасно медленный. А тут я, наверное, возьму... Да, мачете. Я подтверждаю. Near on 50 years ago, first shots fired in the Ura-Ceylandian War. А, лечиться? Это что вообще такое? Here, that Zulf's Ura forefathers decided to mix it up. Так, хорошо. Хорошо. Эй, влетели парочку. Так, проходим. Да, березки, слушайте, как прикольно. Так. Очень мало хп у меня осталось. Okay, so maybe we didn't get their sign off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Так, наверх. Наверх. Какое все хлипкое, какое все... Это что? О, осколок нашел. Меня скинули. While choking on swamp weed.
Капель. Блин, меня тут сейчас убьет так. Опять эти фрукты, овощи. Да, второй шанс хочу. Эй! Я опять упал. Опять? Так, блин. Иди вон, уйдите вон от меня. Отстань от меня, жаба. Так, уходим. Turns out he's got company up at the rail station, waiting for him. Охренеть вас тут. Эй! Я F нажал! Без идолов вперед. Что? Без идолов давай. Блин, опять этот уровень заново надо будет проходить. Ладно, я смогу. С идолами оно получается тяжелее, но больше очков дает, я так понял, да? Окей. В этот раз я буду готов. Да ты смотри, какая ты сволочь. Готово. Ты будешь умирать, не? Так, ты умерла, хорошо. Пум. На. The army's triggers once had the place on lockdown. Нет, мушкет я брать не буду, спасибо. Да не хочу я брать мушкет. Оно заставляет меня прям взять мушкет. Kid might as well pick up where they left off. Blam, just like my fighting days. Gun like that can even put the wilds in check. И бум. Так, хорошо. Point Lemain seemed better days for sure, but it ain't done. Капель. Отвлекай. Там еще один. Готов. Но в этот раз я готов к этому. The grand rail of Point Lemain. Not only is it still there, it still works. Так, пошли вон от меня, вы меня преследовать будете, да? Вас лучше сразу убить. Так, где? Где подвох? Я жду подвоха. Кто-нибудь да должен выплыть. И бум. Готов. Готов. Да, он дальний, мощный все-таки, как ни крути, но... Бум. Ха. Они не понимают, что происходит вообще до конца, да? Не успевает понять. Так, потихонечку продвигаемся, ищем цели. Kid, don't let so much as one of those things slip by. А где же эта жаба? Как бы не накаркать. Я помню, что жаба мне все время мешала. Она вот здесь была, да? Нафиг эту жабу. Так. Где ты? Где ты, враг? Я ищу тебя. Takes fancy footwork on the rail. With wallflowers and coffin fungus everywhere.
Да ядрить колотить, я не ту кнопку нажал. Так, там хпшка, она нам пригодится. Хорошо. Мощный удар. На. И бум. Как так? Хорошо. ХПшечка. Да ты смотри, взял меня, скинул еще. Сволочь такая. Так, готов. Каплем мы его отвлекли. Так, проходим дальше. Арсенал. Ладно, давайте все-таки или... оставим, ладно. Все-таки уровень, наверное, и рассчитан, чтобы проходить именно с ней. И бум. И бум. Так, проходим потихонечку. Медленная перезарядка, очень медленная, но... Может, оно того стоит. Так, и бутылки с каплями мы поправили, да? Хорошо. Так и знал, что ты тут будешь стоять. Так, вот здесь наверняка кто-то сейчас появится, да? So maybe we didn't get their sign off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Так, тихонечко, тихонечко. Нам спешить некуда. Мы продвигаемся вперед, выискивая своего врага. Заранее, чтоб он и не знал о нашем существовании. Rail must have shook the earth to the bone down in those dens of theirs. Well, the rail won't last much longer. Да твою меч, он меня скинул, что ли? Я ничего не понял. It's still got one good run in store for him, though. All the rotten wood there on the rails turning into swamp weed central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While shooting a genuine registered army carbine? While choking on swamp weed? While peckers trying to prick you in the eye? Well, let me tell you, it ain't fun. Hey! Да умри ты! Ух ты! Что-то изысканное! Пошли вон от меня! У меня уже не осталось жизни. Так, давай, 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 давай. Давай, уничтожайся! Так, пей. Конец пути. Я до сюда уже не доходил, уже доходил. Это не конец пути еще. Так, а вы сами себя можете ранить как-нибудь? Давайте, раньте, раньте. Вот этого пулеметчика главное сейчас уничтожить аккуратненько. Есть. Есть. И вот этого. Есть. Так, мы прошли к какому-то озеру. Мы тогда почти прошли, кстати. Это что-то. О, Зулф. This is for you, says the man.
then wham. Ouch. Зул, зул. When a kick comes to, the man's long gone, but something else is there. Но кое-что осталось. Письмо. The only words kid recognizes on that parchment are for Zia. Well, what's a kid to do? Да, Зул, что ж с тобой стало? He took the hit, and he took that note. И получил письмо, да. Получил осколок, получил по зубам и получил письмо. Шикарно просто. Смысл жизни исполнен. That note cuts straight to the heart of things, don't it? Определенно имело, конечно же. Давайте пообщаемся насчет керамического горшочка. Нам сойдет. Да, все, и несем домой. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely. Он идет на восток, чтобы узнать причину гибели, причину катастрофы. Интересно. Ну и мы, по сути, движемся тоже на восток. Zulf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived and what exactly Zulf told them. Посмотрим. И мы ставим монумент. It ain't too late to unlock the potential of this place. Так. И мы, получается, нам осталось найти три еще монумента, осколка, да? Ну, давайте, я не знаю, давайте... Давайте вот это изучим. Да, винокурню. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Починим винокурню, подтвердить. Окей, наверное, в следующей серии мы пойдем дальше, потому что в этой серии мы дважды пытались один и тот же уровень пройти. И что-то как-то да. Что-то как-то да. Вот. Огромнейшее всем вам спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, ребят, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем вам удачи, до скорого и стройте свой бастион. I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom.